Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин. Продолжаем Rusty Lake Roots. Я совсем забыла про эту игру, капец. Мы уже столько с вами тут всего сделали. 13 уровней из 33. Поэтому продолжаем. Остановились на осени 1891. Поиски. Эмма ищет своего сына, которого ее брат скинул в колодец. И тут у нас был пароль. Я вот... собрала карту по кусочкам. Данные мы все выписали. В общем, если по подсчетам... Давайте еще раз вспомним. Эй, это у нас мельница. Си, мост. Д, дом. Быстренько смотрим. Дом 3003. Мельница. Вот так получается. Мост, по-моему... Да, вот здесь вот. 3005. Всего должно получиться... Цифра у нас... 126. Печатка. Печатка у нас для письма. А письмо мы отдаем... попугаю. Лети, мой дорогой. Как все быстро. Я думаю, знаете что? Сейчас мы закончим ветку Эммы, потом на Сэмюэла перейдем и уже на... Ой, на Альберта. Самого злючего брата. Картина. Лето 1896 год. Чего хочешь? Эх, Эмма постоянно думает о сыне. Ступка. О! А собрать можно? Походу, надо чем-то. Вот это вот сверху на дереве мне не очень нравится. Смотрите, кукурма, ракушка. Нам нужно будет нарисовать картину. Это оранжевый и черный. Ага, дерево, получается, нужно будет оранжевым, потому что здесь нарисован этот цветочек. Вот эти вот два человечка нужно будет черным, потому что на них нарисован тюльпан. Ниже у нас трава должна быть желтого цвета, а дом белого, солнце красного. У нас есть только оранжевый и черный, то есть нам нужен белый, красный и желтый. Мы нашли красные ягоды, их надо превратить в краску, правильно? С помощью ступки. Забрать я не могу. Окей, есть ключик. Кисточка. Бутылка. А в бутылку, скорее всего, мы наберем вот это. Вот это, наверное, мед. Это не мед, это масло. Получилась красная краска. Хорошо. Кукурма. Или как она там называется? Получилась желтая. Наливаем масло. Остается ракушка. Тоже ее давим. Получается жижа белая. Наливаем масло. Получается белая краска. Хорошо. На картину. Добавляем все цвета. Берем кисточку. Красным у нас этот, луна. Ой. Ну, из меня художник, конечно. Получится у нас немного... Немного больше луна. Больше ничего тут нет? Так, тюльпаны я запомнила черные. Ну, почти ровно. Такие ножки ему добавим. Человечку этому. Это как люди.
Один чуть повыше, другой чуть поменьше. Ну, наверное, это она рисует себя и сына. Ой, это мне уже не нравится. Дом, я помню, белый. Ну, почти, почти, почти ровно. Кто нас судить будет? Наша картина. Захотели, нарисовали. Вот такой вот дом. Но звук есть, значит, все засчитано. Трава желтая. Отделяем дерево. Так вот. Осторожненько. О! Вот так я должна была нарисовать, да, красиво? Ну, простите. Извините. Зарисовываем траву. Звук прошел. Ну, бляха, мне это не нравится. Она, получается, нарисовала свою кончину. А я оранжевый остался. Так, ну дерево у меня должно лучше всех получиться. Тут, в принципе, как бы ровные линии. Так. Закрасили. Ой-ой-ой. Скример в Rusty Lake. А, я поняла. Она сначала нарисовала, а потом пошла сделала. Не перенесла смерть своего сына. Бедняжка. Осень, 1924, колодец, часть первая. Пацан выжил? Серьезно? Заостренный камень. Что это такое? Мы подобрали провод. Ага. Нам, получается, по очереди надо попросить воды, еды. Wooden stick — это палка? У меня есть заостренный камень. Знаете, на кого похоже? На клоуна из фильма «Оно». На тебе! Это его дядька так смеется? Жесть. Ну, этот... Мне нужно что-то... Кушай. Прутик. У нас прутик. Он хочет... Он хочет пить. Хорошо. Чтобы попить, мне нужен вот такой вот знак. Тут больше ничего нет. Он за мной наблюдает. О! Ну вот, все. Положили, хорошо. Угу. Сейчас мне нужно только попить. Как сделать так, чтобы его подняли? А, смотрите, тут получается как Y и рядом палочка еще. Я почему-то подумала, что это тире. А тут тире больше нигде нет. Значит, мы еще палочку кладем. Все. Два символа должно быть. Думаю, бляха, почему оно не этот, не уходит? Берем попить. Вот это выкладываем.
Держи. Дядька, получается, его скинул и теперь за ним ухаживает. Теперь хочет рыбки. Скинул бы ему одежды. Фут. Вот это вот финтифулька и игрик. Финтифулька и игрик. Если дядька тут смотрит, то кто ему это все носит? Кто-то другой. Хрена себе, всосал. Рыбья кость. А можно тебя рыбной костью? Прямо в глаз. Нет? Wooden stick — это рыбная косточка, игрик и палочка. Рыбная косточка, игрик и палочка. Все. О, а теперь мы сможем его палкой прогнать, правильно? На. Он ходить не может. Бедненький. Франк. Он, получается, выжил, вырос и выбрался. Но кто ему помогал? Зима 1927. Ванная комната. Градусник, разбитые окна. Вода. Хай. Спасибо за ключик. Уголь. Спички. Этот ящик закрыт. Ага. Ага. Зачем-то двигать. Сейчас, подождите. Ты хочешь, чтобы температура в комнате поднялась? Окей, мы сейчас этим займемся. Сюда что-то надо поставить. Наверное, уголь. А спички надо? О! Ведро. Я думала, это туда, куда нужно залить воду, и взяла ведро. Значит, мы сюда наберем воды, правильно? Нет, обратно. Ведро с водой. Ему надо наливать? Нет. Значит, там вода уже есть, хорошо. Так, если что, пойдешь на превьюшку. Наверное, сюда, обратно. Ведро с горячей водой. Ага. А теперь ему. Еще холодно. Ну, надо заделать вот это окно. Ведро, кстати, пропало. Так, тут двигаются деревяшки. Нужно, наверное, ими закрыть разбитые части. Единственное, вот под углом вот эта вот деревяшка. Вот это тоже под углом. И тут прямо. Вот так вот. О! Все. Градусник полностью загорячился. Благодарочка. Ножницы? Только не делай глупостей, пожалуйста. Я тебя прошу. О, это не глупость, нормально. Это он такой худой, смотрите, сделали вид, как будто у него вот кости этими полосочками.
А, сюда волосы надо положить. Тут в каждой комнате практически есть какая-то емкость, куда мы должны положить то, что находим. Волос собран. Окей. Загорелась вот эта вот штучка с левой стороны. Мы уже собрали сердце, слезы, волосы, язык. Осталось, получается, ступня. Это что такое? Может быть, зубы? Опять слеза. Не знаю. И два глаза, и мозг. Звезды. Тут ничего не клацается. Птичий корм. Тут пароль. Пароля я не знаю пока что. Это похоже, кстати, на место для птичьего корма. Да. Опять попугай прилетит. Это ему записка от мамы пришла? Да, как она ему типа в будущее отправила? Дорогой сын, я не видела тебя долгое время. Если ты найдешь это письмо, встретим, типа увидимся в звездах, увидишь меня в звездах, твоя мама. Здрасте, приехали. Какие-то символы. Цифра 3. Это на 2 похоже. Тут что надо делать? А это крутится? Нет. Крутится все, кроме серединки. А что надо сделать? Ладно, пока что я не понимаю. Ну, надо ориентироваться точно на середину. Но каким образом? Типа вот так. Потом вот так. Тут больше ничего не происходит. Откуда-то надо взять пароль. Больше ничего не скажешь? Нет. С этим надо разобраться. А можно, например, в другой уровень? Мы посмотрели. Мне кажется, там пока что сложновато. Оставим напоследок. Лето 1889. Давайте еще Иду и брата. Все-таки вот так вот по очереди, наверное, будет лучше, потому что там уже будущее, здесь прошлое получается. Сейчас мы с гадалкой будем разбираться. Так, 6 карт у нас есть. 6 карт, какие-то символы. Тебе надо что-то дать, да? А что надо? О, такие символы на этом. На картах. Точнее, под ними, на столе. Король, треугольник вниз. У этого глаза перечеркнуты, треугольник вверх, может быть, это... Какие там были названия? Дес. Дес. Вот это, наверное, смерть с перечеркнутыми глазами. Хэнгмен, повешенный человек. Деста, звезда. Девил. Хермит. Эмпресс.
Императрица Хермит это у нас кто? Странник или этот? Наверное, Эмпресс это король. Я подумала король. У него был треугольник вверх. У Дес, у которого были глазки, крестики, по-моему, треугольник вниз. Что там было у Дэвила? А, нет. Королева или императрица треугольник вниз, у смерти вверх, у Дэвила у нас получается кружочек. Вот, я перепутала. Еще раз смотрю. Да, я перепутала. Перечеркнутый кружочек. Ну, вот здесь повешенный. У него кружочек и стрелочка вверх. Это значит Хермит, наверное. А Икс где-то был? Где был Икс? Спасибо. Где был Икс? Наверное, наугад надо было, ладно. Стеклянная сфера. А, вот как раз таки мы сейчас дадим ее колдунье нашей. Королева крестик. Опять надо раскладывать? Давайте уберем. Королева крестик. Пока не забыла. Не будет же меняться? Повешенный кружочек перечеркнутый, да? Ну, по-моему, да. Плохо увидела. Бородач. Так. С красными глазами просто кружок. Может быть, это Дэвил как раз-таки? Или смерть? Вот я не знаю. Давайте пока Дэвила поставим. Бородатый дед, наверное, это Хермит. Да ё-моё! Где все остальные? Звезда. Это была звезда. Это намек на звезду. Хорошо. Звезда у нас... Правильно? Я так понимаю, неправильно. Что-то я напутала. Нет, стоп. Наверное, я Стар перепутала. И Дес. Нет? Может быть... Может быть, я перепутала Дес с Дэвилом? Да. Да. Получается, мужик с красными глазами был не Дэвил, а смертью. Семья. Наверное, какой-то вор. И, конечно же, ворон. Рождение ребенка? Интересно. Свадебное фото. Леонард, Альберт, Мэри, Ида и Сэмюэл. Это, получается, вся семья, которая осталась. Надо будет сфоткаться. Вуаль, кепка, шляпа. Вам надеть надо? Ну, вуаль, конечно же, невесте.
Шляпка зеленого цвета подходит вот этой бабуле слева. Кепка. Наверное, Альберту. А этим двоим. Вы можете тоже на превьюшку пойти, но когда я найду всем остальным. Тут вот есть загадки. Начнем, пожалуй, с этой. Соберем куб. О, шляпа. У меня есть белый квадрат и черный. И такого же цвета фигурки. Полосочка, кружочек. Полосочка. Треугольник, полосочка. Хорошо. А сверху как? Сверху то же самое. Белый квадрат и черный. Только здесь квадрат, треугольник, многоугольник. Я поняла. Ну ладно, давайте сверху начнем, какая разница. Получается, это у нас клацается, да? И тут клацается, хорошо. Смотрите, квадрат первый, у него 4 угла. Он белого цвета. Треугольник у нас второй, у него 3 угла, он черного цвета. То есть, нам нужно столько раз нажимать на кнопку. Квадрат, 1, 2, 3, 4. Треугольник, 1, 2, 3. Тут получается у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 3 раза черные и 4 белые. Вот и вторая шляпа потерянная. И третья. Здесь, мне кажется, по одному разу черточки, вот эти вот белые кружочки. 1, 2, 1. Треугольничек теперь черненький. 1, 2, 3. Один раз белый, черный, белый. Нет. Ну, у круга же нет углов. Может быть, вообще не надо вот это нажимать? Белый, белый. 1, 2, 3. Белый, белый. Нет. Смотрите, все. Я поняла, черточка у нас, получается, наверное, угол считается и сверху, и снизу на белый. Поэтому 2 раза. А вот круг 1. Треугольник 3, 2 раза белый, 1. Да, получается, белая черточка за 2 считается, круг за 1. Маска. Ты будешь в маске фоткаться? Серьезно? Я думала, это его шляпа. Ну, вот это вот, похоже, для жениха. Получается, вот это вот кепочка для мальчика. Такая более мимишная. Это вот серьезная черная для нее. Тоже, если что, пойдете на превьюшку. Усё. Улыбочку. Девочки улыбаются, а мальчики чуть грустят. Это то, что было в шаре. Здесь главное получается Ида. Так, сколько мы уровней сделали? Было 13, стало 19. 14, 15, 16, 17, 17, 6 штук. Я думаю, достаточно. Чтобы хватило еще на следующую серию. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Семейная группа. Ладно, давайте еще один, чтобы было 7 у нас сегодня пройденных уровней. TL. Какая-то последовательность. У него GE, BC. Деревянная палка. У этого A и какая-то другая. E. И они, получается, играют все. То, что я им выбрала. Бабуля хочет музыки, хочет отрываться, веселиться.
Мне нужна еще одна часть от этого. От рисунка. Вот она. И сюда мы что-то положим. Интересно, что на этот раз. Скрипка EG, труба AE, CB, TLT. Так, скрипка. Труба АЕ. Малой Сиби. Прикольная мелодия получается. Ну все, все, все. Здесь была бы их кровь. There will be blood. Здесь должна быть кровь. Так, это кто? Мало остался один живой. Родители мертвы, он думает. Ой. Блин, бедная бабка, забрали зубы. Она от шока померла. Вот теперь у нас есть и зубы. Хорошо. Зубки собрали, осталась ступня, какие-то слезы, кровь и два глаза с мозгом. Будем на этом останавливаться. Надеюсь, вам понравились увлекательные головоломки, потому что я даже как-то этот. Пока играешь, в них всегда голова начинает быстрее работать, мысли так наперед бегут, сразу такая мозговая активность. Надеюсь, вам понравилось, и плейлист находится в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.